Ну вот завершается мое небольшое путешествие. Передо мной парк ЖТСУ, и я уже заканчиваю, направляясь домой. Друзья, что бы я хотел сказать по поводу бессмертия или смертности? Здесь две точки зрения. Одна говорит на основании очень древних книг, людей, которые общаются с посланниками небес, что мы перерождаемся, и есть так называемые новые воплощения. Обычная стандартная версия говорит о том, что мы живем один раз, и на этом наш путь жизненный заканчивается, в том числе и душа. В некоторых религиях тоже об этом есть, нету такого процесса, как перевоплощение или новый приход в другом человеческом облике, в новом. Ну, у меня двоякое отношение. С одной стороны, я очень хочу верить, что душа вечная, что мы после физической смерти через какое-то время, благодаря нашим поступкам, вернемся. Может быть, даже и на эту планету. А с другой стороны, есть большая вероятность того, что мы живем один раз. И так как мы живем один раз, то нужно каждый день стараться быть полезным. Но еще одна вещь есть немаловажная, друзья. Это просто жить. Просто жить, наслаждаться этой жизнью, дождем, который сейчас наступает, прогулкой, речкой, той местностью, где вы сейчас находитесь, где вы существуете, где вы трудитесь, служите, мамой, бухгалтером, преподавателем в школе, агрономом, экономистом, милиционером. Просто жить, наслаждаться, стараться делать жизнь свою и других людей красивой, комфортной. Вот, я думаю, что вот это самое главное. Просто жить, любить этот мир, любить людей, животных, нашу планету, друзья. Ну все. Сегодня день активно подошел к концу. Возможно, я сделаю вечером перевернутый. Вам, друзья, почаще выходить к речке, в парк, там, где вы живете, и дышать.